что, друзья, катаюсь я, в общем, тут по Татарстану, по каратышам. Сейчас второй рейс на набережной Челны делаю. Вам всем большой привет, друзья. Погодка. Можно сказать, жара. Минус 7, минус 8. Ну, скользко. Вот явление такое сейчас. Походу я не успею сегодня выгрузиться. Что-то здесь случилось. По-моему, его сложило. Друзья, лишняя скорость, что, да, творится. 20 километров, да я знаю, скользко, друг. Что тебе помочь, чем ты там залетел, да? Я не сильно залетел, я почти. Я голова тебе говорю, а, ну давай я тебе передохнуть, как захочешь, помогу. Ну да, тут вообще на территории не посыпают. А ты пустой, да? Наоборот, груженый, да? Ага. В крайнем случае у меня цепочка есть. Наверное, вряд ли ее получится одеть. Нету, нету, пацаны, там нету. Тут если как-то проехать. Ну, хоть легковые проехать могут, и то хорошо. Давай я теперь, а то ты сейчас дыхалку все подсадишь. Опа. Светопора А до светопора Б, с пальцами из окна, с визгом на вираже. Все тут на бумерах ездят на перегонки, а я купил себе. Главное, горячки не пороть в таких делах. Бак не пробить, резину не попортить. Все, действуй. А? Затянули крышу, где столько. Да. Бля, вообще тихонько-тихонько, у меня снег, он пошел туда смазывать. Ну да, у тебя такая инерция. Прицеп еще длинный, стекло. Куча, я ждал пока. Ну да.
Давай, сейчас я тут уже дочищу. Сейчас. Да, сейчас спереди. Вот уже почти готово. Че, говоришь? Не, здесь на территории, да, вообще. Сейчас еще вот теперь будет. Вообще тоска. У нас стекловозов тоже там инерция еще хуже в поворотах складывает, только так. Так, давай пойди чуть хоть попробуем, посмотрим, как поедет. Так, сейчас я уйду, чтобы меня не раздавил. Лава. Конечно, какие-нибудь цепочки видишь, не оденешь. А у меня тяжелые они бросать. Охереешь. Все хорошо, вот на днях резину взял, но работать допоздна. Виноград приходится, то радиатор, то насос, без конца ломается. Машина дома ругается, ну где ж ты, дорогой? Я на работе маюся, но все равно плохой. Но ты, родная, не кричи, в сети приеду я. Просто хочется заработать нам с тобою капитал. Машина дома ругается, ну где ж ты, дорогой? А сама с волной катится летом и зимой. Знаешь, ревность ни к чему, в сети приеду я. Просто машина в поле грязь застревает иногда. Моя жена красавица, дома убирается, у нее на газе полов потихоньку парится. Дом уже давно убрал, дом уже давно остыл. Я на работе, слякоть и дождь, колесо себе пробил. Машина дома ругается, ну где ж ты, дорогой? Я на работе маюся, но все равно плохой. Давай, родная. Все, не газуй, не газуй, сейчас откопаем. Сейчас. Подожди. Сейчас откопаем. Сейчас откопаем, подожди. Чуть попробуем. Назад, не потихонечку, потихонечку назад. Руль ровно. Без газов, не газуй. Thank you.
Давай назад, попробуй. Чуть-чуть ее. Хорош. Хоп, стой, сейчас почищу, подожди. Потихонечку, без газов, сцепление. Вот так, ребят, надо помогать людям в трудных жизненных ситуациях. А? КПП! Опа! Как память, чтобы люди не улетали. Давай на соседнюю тебя брошу или тут положишь? Все, давай. Ну так, друзья. Помогли, давайте. Теперь нам надо успевать. Задержались мы минут на 40 тут. Поехали. Смотрите, какие тут сугробы накопали. Все еще хорошо, вообще ничего не повредилось. Все чудом обошлось. Повезло пареньку. Так что поехали тихонечку. Любой может в такой ситуации оказаться, даже не виноватым.